данный момент собственными силами мы, соответственно, на нашей территории устанавливаем баннера. Сами знаете, у нас выборная кампания «Верховный Урал». И вот наш Денис Павлович, соответственно, вот эту вот входную нашу группу, где у нас устанавливает такие баннера. Дорогие друзья, мы также по городу тоже установили несколько баннеров, билбордов, 6 на 3. Какие места были, то мы и взяли. Конечно, хотелось бы большего. Тезис «Время верного выбора» абсолютно актуальный для нашей республики. 8 сентября, день выборов, нельзя сидеть дома и обязательно нужно поддержать альтернативу. Ну, соответственно, если вы устали в этой жизни выживать, то в любом случае надо не на определенной точке ровно сидеть, а какой-то определенный сделать выбор, осознанный, желательно, конечно. Вот. Денис Павлович, прокомментируй, как в целом тебе установка баннера? Жарко. Так, у нас в Кызыле 33 градуса, друзья. Так или иначе, это надо сделать. Вот, соответственно, и делаю. Молодец, Денис Павлович. Впереди агитационная кампания на улицах города Кызыла, района. Собственно говоря, что вы видите, это одни из ключевых, так скажем, лозунгов, призывов в этот избирательный цикл по выборам депутатов Верховного Урала. Действительно, вот если посмотрим на вот этот баннер, да, выбирай или выживай. Ну, здесь логика проста. Если вы хотите улучшения, то вы, соответственно, выбираете ВРФ. Если вы хотите выживать дальше, если вы хотите выживать, то можете вообще сидеть дома, никуда не ходить, и будете выживать и далее. В общем, нужно быть активными, приходить на выборы и отдавать свой голос, то, как вам подскажет сердце. Ну, а за кого я проголосую, так всем понятно.